Здравствуйте, Сафарян Георг, я исполнительный директор компании LuxLight. Чем занимается ваша компания? Исторически компания занимается зажигалками. Это основной продукт вообще в нашем портфеле. Ну и еще дополнительно электронные сигареты, игральные карты, бытовая химия, презервативы. Но в основном это зажигалки в первую очередь. Какие цели и задачи вы ставите, участвуя в данной выставке? Основная цель – это показать текущим партнерам, как у нас дела, показать то, что у нас все хорошо, повстречаться со всеми и привлечь новых клиентов.